Приветики! Сегодня поиграем в PUBG Mobile. Не хочу в обычный PUBG, поэтому будем играть в PUBG Mobile. Он прикольнее. Ну, по мне так кажется. В общем, с какими-то чуваками тут в команду меня пригласили из клана. Так что пойдем командой фигариться. Эмулятор стал, кстати, заметно лучше на компьютере, да? После последнего раза, когда я заходил, просто небо и земля. Сейчас управление лучше стало, и все. Опять сюда. Они предлагают прыгать в мульту? Какая мульта? Милитари бас, сосновочка. Короче, нам хана. Я сдохну сразу в каком-нибудь первом ангаре, как последняя подзаборная шваль сдохну. Чуваки, защищайте меня до последнего. Будем надеяться, что я упаду куда-нибудь туда, где есть нормальное снаряжение. Гемини Хурц. Что за Гемини Хурц? У него не стоит флаг. Вот, Зарис Колки, мы вот играли с ним сейчас. То есть двое новых. Я думал, два старых чувака, те будут, которыми просто предыдущий матч играл. Мы сдохли так эпично. Ну, чувак вытянул нас последний на четвертое место. Это я просто эмулятор тут пробовал, поэтому надо было смотреть, что к чему. Так, жилетик. Пушку, дайте мне пушку. Нахрен эти жилеты, нужна пушка. Да блин. Там же стреляются. У меня есть каска. Вторая каска. Я нашел пистолет, да. Дай мне дробыш, блин. О, кто-то стреляет уже по мне. Вы офигели, что ли? Свои, что ли, пуляют? А вот он, наверное... О, дробаш. Все, отлично. Кто-то отсюда, вот отсюда. Это просто классное место здесь. Постоянно какая-то драка. Побегу-ка я лучше за чуваками. Чем ближе к ним, тем целее буду. Так, если что, их подстрелят, а я буду жить. О, уже кого-то убили. Чувака, что-то, походу, этот вылетел. Интернет. На время отключился. Юмп! Да ты тварь! Тут уже ловить нечего. Прям из-под носа юмп вынял. Ничего, ну хотя тоже нормально. Правда, он перезаряжается, как вообще прям невыносимо этот револьвер перезаряжается. Где-то тут чувака нас грохнули. Может, у него что есть интересное? Наши чуваки грохнули чувака. Еще один пистолет. Хоть что-нибудь бы оставили, хоть какой-нибудь вшивый, не знаю, УЗИ, что ли. О, я пойду сюда. Я иду на выстрел. Я самоубийца, я поэтому всегда хожу на выстрел. А почему бы и нет? Оба, вижу.
Там в доме был чувак, вон вижу его. Даже подстрелить нечем. Так, надо дробаш взять. Да, давай. Я знаю, ты тут. Ты не ушел или ты ушел? Вперед, 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 вперед. Go, 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 go. Let's go. Он ушел. Да блин. Ты же не мог далеко уйти. И оба затихли. Ты где? Ты там что? Я не могу понять точно, где ты. Ха-ха! Я выждал тебя. Ух, нифига ты на... Так, я шлем возьму, хоть и битый. Так, вместо этого я возьму вот это вот. Так, еще возьмем парочку патронов. Еще, все, отлично. Так, возьмем винтарь. И лучше идти к нашим чувакам. Потому что тут творится какая-то неведомая хрень. Здесь просто отовсюду пуляют. Опа, я видел, там где-то чувак пробежал. Вот там. Щук. Чуваки, заберите меня, пожалуйста. Я больше не хочу здесь находиться. Я, пожалуй, убегу. Смогу? Вперед, 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 вперед. Let's go. Откуда кидает гранату? Где-то здесь, ведь близко. Поехали, 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 нафиг отсюда. Свалили. А чем мы остановились-то нам? Тоже попали нормально, да? Я подстрелил одну... Я убил двух и одного подстрелил.
Ну, блин, он не сдох, значит его, блин, выхилил там этот. У-у-у, да. Прям как я водишь. Я по дороге, чтоб я похилил. О, отлично. По дороге давай, я хоть похилюсь. А чё? Блин, раньше вроде можно было на дороге хилиться, когда едешь. Но осталось 50 выживших. А, у нас колеса нету. Я думаю, чё мы так дерьмово едем? А у нас вот колесо пробито заднее. Тот. Ах. И у машины просто ХП. Ни о чем. А куда нам ехать-то? Да едем, едем, едем. Ну... Зафига, мы на одном колесе допремся. Забыл, что было-то? Чё он так долго стоял? Нормально едем, чё? Пу. Хорошо еще прёт, как танк. Я дурак. Спасибо. Я дурак, я выпрыгнул и... я хотел нажать вылезти, застрелять, но нажал F и вылез. Это просто... О, у нас кончился бензин. Не есть хорошо. Ладно, у меня бинтов много вроде. Захиляемся бинтами. Все, побежали. То ли бензин кончился, то ли машина сдохла. Что-то я не понял, что произошло. Блин, там УАЗик справа был. Надо было за УАЗиком сгонять. Enemies ahead. Бег трусцой, давай, 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 давай. Сейчас начнется, короче, бег от одного препятствия к другому, от одного к другому. Не люблю вот такую фигню, когда начинаешь просто бегать от зоны. Так, должен добежать. Опа! Есть. Ух ты, кто у нас тут? Пассажир. А я в воде-то его вообще смогу поднять? Офигеть, 200 метров. Мужик, ты вообще далеко. Нет, я не успею. И тот сдох. А, это... А, да кто-то плывет. Вот там 400 метров сдох. Дундук тоже.
Блин, надеюсь, я смогу доехать. Быстрее, 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 быстрее. Блин, я тут вообще поднимусь. Кто-то должен. Оп, поднялся. Берем пушку, побежали. Блин. Он угнал машину. Вот такая игра называется «На перегонки с зоной». Я пробежал половину. Зона почти догоняет. Да, она почти... О! Тут все где-то машины понабрали. Она покупали, блин. Ездят пешеходов тут только пугают. Так, у меня 4 баночки с обезболивающим. Это уже неплохо. Я еще какое-то время протяну. Я добежал! Я добежал! Трем триярем, трем трем триярем, трем трем триярем, трем 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 трем. Я меня видела как минимум 2 человека на машине, они, возможно, уже. А нет, вон, все отлично. Вон, один, это уже, по-моему, даже 3-й или это тот как раз, который на даче был. Оп, я добежал. Ну что, следующий забег. Надо дальше бежать. Ну тут уже вроде как недалеко. Качаем выносливость на максимум. У нас чувак отключился первый. Его сейчас убьет зоной. И останутся только я и второй. Но у меня еще даже время полутаться есть, смотрите-ка. Думаю, после этого чувака тут лутать, в принципе, нет смысла. Но я все же попытаюсь счастье. Мне нужна любая фигня, которая хилит. О, вот, броник остался, хорошо. Значит, есть что еще полутать. О, 500 метров. Мы слишком разбежались. А этот чувак еще вылетел за зоной. Ни одной аптечки. Как так может быть? Ни одной аптечки. Хожу... Столько времени и только одни эти. Анаболики кровью и потом, блин. Как так может быть-то? Коряк.
Я, в принципе, 3x есть, но нет, не буду. Блин, я еще в красной зоне на открытом... Это какое-то издевательство. Просто именно вот в этом матче все пошло через одно место. Бегаю от зоны. Сейчас от красной зоны. Кстати, вот эта будка меня спасет от взрыва, если взрыв накроет. Тут есть автомат. Лучше я возьму автомат вместо... Вместо вот этого возьму. М762. Понеслась. Сейчас как взорвется и меня накроет. 100%. Вот. 100% ударит по моему зданию. А здание маленькое. Страшно, блин. А? Троих я успел убить еще. И даже в 16. О, все, 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 я выжил. Пока в топ-16 мы. И считай. Три у меня убитых, три. Умудрился там завалить. А. А получается тот чувак, которого я нокнул на лестнице, он сдох. Потому что я после того никого не подстрелил. Там, походу, вот за тот контейнер идет борьба. А мы умные, мы дома лутаем, мы тихонечко идем. Мы находимся в зоне. На краю ее. Показалось, что кто-то где-то здесь это. Блин. Это кажется, все равно, блин. Стрёмно так. Вроде бы показалось, а вдруг не показалось. Вот и... Зона еще такая огромная. Кто-то заигрывал, зона сдох. Благополучно. О, аптечка. Блин, ну вы даете, вы... Что вы делаете-то, парни? Почему вы все... Вы оставили всю катку на меня, вы понимаете, что я не вытяну, я сейчас сдохну. Так, тактика, крысы. Не вылезаем до последнего. Ну, нашел сундучок. Праздничный. Блин, я один против сквотов. Нет, конечно, однажды я делал такой подвиг. Я в один пятерых убивал. То есть сквад плюс еще одного, но... Это лишь была слепая удача. Блин, может в эту будку засяду? Я вот в эту, наверное, будку засяду здесь. Мне как-то уютнее, когда только один вход. Ну что ж, смотрим дальше зону, куда идет. Такие, 3-2. Ага, в соседние дома уехал.
А, он на этот поехал. Офигеть. Один здесь в доме, по-моему. А второй что, там где-то, что ли, в домах? Чё, я не вижу, я боюсь. Я вообще боюсь сильно. Сзади-то никакой падлы нету. 7 живых, то есть помимо меня еще 6 живых чуваков. Там. Так, тактика червячок. По кустикам, по кустикам. Блин, да где вы, уроды? Вас тут было двое, точно я слышал. И вот мне интересно, вы по мне пуляли или между собой стрелялись? Кажется, мне надо бежать. В любом случае. Твари! Твари! Командный рейтинг 4. Блин! Они вдвоем в команде. А почему тот побежал, интересно, за? А вот он сдох. Странный чувак. Я по нему начал пулять и, блин, спалился. Не, зря я это вообще сделал. Ну ладно, в общем, как-то так. Ну, сдохли не самыми первыми. Дожили до конца. Ну, потому что в основном прятались. Сто девчат, ну только вначале пристрелялись. Ну, блин, лут такое говно мне, конечно, был. Кроме третьей каски ничего хорошего не было. Ну, вон он же прямо, ну как ты его не видишь-то, а? Ты думаешь, что боты, а нифига ведь не боты. Все. Эти победили, да? А, нет, еще один где-то. Вон. Все, спалил. В трусах такой. Давайте уже, мужики, заканчивайте матч. Вон он. Да он вообще не прячется ведь. Ну, елки-палки. Вот, все. Ну, на этом закончим. Спасибо за просмотр. Как бы так себе отыграли. На самом деле, зона получилась дерьмо. Прыгнули, конечно. Стрелил, потом по часу бегал от зоны. И в конце только... О, платина 5. Ура! Платина 5. Так, покинем отряд. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.